Кировском районе, недалеко от кафе «Маленькая Армения», предположительно нетрезвый автолюбитель на «Тойоте Марк 2» ранним утром попал в сольную аварию. Машина двигалась от улицы Шелеста в сторону 38-й школы. Контроль над иномаркой шофер потерял в том месте, где дорога делает серию крутых поворотов. Мужчина не сумел вписать «Тойоту» в один из них и врезался сначала в бетонный борт, а потом оставил часть переднего крыла автомобиля на торце ленточного отбойника. Автоинспекторов вызвал кто-то из очевидцев ДТП. Водитель марки же встрече с сотрудниками ГИБДД был совсем не рад. Мужчина демонстрировал признаки опьянения, но признаваться в употреблении горячительных напитков не желал. Кроме того, рассказывал дежурную, набившую оскомину историю про то, что он ехал в собственной машине пассажиром. Товарищ лейтенант, что? Вы что, играете со мной какие-то шутки? Нет, никаких шуток. То есть вы не будете... продавать. А с чего ради? Вы по ходу законов не знаете, да? Я знаю. Ну, о чем знаете? А вы знаете? Вы остановили меня? Вы сами остановились об столб. 26-летний хабаровчанин пытался убедить автоинспекторов, что за рулем «Тойоты» был другой человек. Сделав это заявление, мужчина все-таки признался, что выпил. У меня стресс, и я начал пить. Все. Вот и все. А за чего пить-то начали? Потому что я столько денег сюда вбахал. Я новую лобовуху. Хабаровчанин серьезных травм не получил. За отказ от прохождения освидетельствования ему грозит лишение водительского удостоверения. Автомобиль вполне ожидаемо попал на арест-площадку. С места происшествия Валентин Борозняк и Павел Рогатин.